Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас новый перевод реакции декодеков. Не забываем подписываться на наш телеграм, там я публикую запрещенные реакции и заставки. Всем приятного просмотра. Hey, это Декодек, меня зовут Алан. А меня зовут Эрик, и это наша очередная новая реакциона. Видели, я говорю на разных языках. Ну да. Не как Димаш, конечно. С восьмого раза. Да это была вторая попытка. Восьмая. 22-я. Итак, сегодня у нас Димаш с песней... Hello. Это будет песня Hello, песня Лайонела Ричи, которую я никогда не слышал. Да? А я слышал. Я не знаю, а может и слышал, я не помню. Это одна из песен моего детства. Это песня моего детства. Не знаю, не знаю. Жутковато. До того, как мы начнем, это спокойная песня или заводная? Знаешь, это больше как романс. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in his smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Его английский стал значительно лучше. Точно! Я тоже хотел сказать это. Если сравнивать с другими видео, он стал лучше произносить вот эти специфические звуки. И сейчас его речь стала более плавной и гладкой. Еще есть над чем работать, но в целом это звучит поразительно. Без базера. Намного лучше. You're all I've ever wanted, and my arms are open.
Ё-моё! Он просто выпустил это наружу. О, да! Это же моя самая любимая часть. Шоу веселых мосик. Это ж ты. Это твое лицо. Ты видел это лицо? Посмотри на этот Харитон. Наш пацан всех уделал. Он воздал должное этой песне. Но сейчас он просто выделывается. Я бы даже сказал, выеживается. Это что за такой вокальный стиль? Что-то такое египетское. Египетское, индийское, черт знает, что это было. Ах да, и у меня вот эти мурашки, которые ходят по мне, как у себя дома. Вот отсюда и вниз по всей спине. Это какая-то шиза. Как будто кто-то вселяется в тебя. Ох, как красава сказанул. Вселяется в тебя. Прям зашло. Ага. Прямо через вот этот микрофон. А нет, наверное... Да, через уши. Это был ухо-оргазм. Ты это серьезно? Ухо-оргазм? Он просто... Ворвался внутрь и забрал мою душу. Знаю, прозвучало ужасно. Ладно, давайте... Сорян за мое больное воображение. Давайте уже вернемся. И чё, Лайонел Ричи тоже так делал в своей песне? Чёрта с два. Поэтому он и запретил ему петь эту песню. Он что, запретил ему петь эту песню? Да. А чё? Почему? Ты ж наоборот должен быть счастлив, что твоя песня звучит вот так. На новой высоте. На небывалой высоте. Мне нравится оригинал. Да, наверное. Я не знаю. Он классный. Классный так классный. Просто здесь это от Димашина по полной. Но и оригинал неплох. Мне определенно следует послушать оригинал. Так чё, Эрик, он её достойно спел? Я думаю, да. Конечно, да. Ты видел лицо этой девушки? Я полагаю, она тоже участница конкурса. Они уже там все.
Добрый вечер. Она такая: «О, я не могу в это поверить. Мне ж сейчас выходить после него. О, мне кобзда». Думаю, она очень хороший вокалист. Вот же мы попали. Ага. Круто, мы попали на ТВ. А ну-ка улыбайся, а то они поймут, что мы поняли, что нам кранты. О боже. Сколько ж всего там происходит? Извините, они наверняка все хорошие певцы. Просто хотел, чтобы вам было веселее. Да, ты уже угорал над этим парнем. А он и вправду совсем неплохой певец. Я думаю, они все хорошо поют. Просто я думаю, если бы я был на этом конкурсе и услышал вот такое пение, то в голове у меня были бы именно такие мысли. Ладно, Димаш, наши уши говорят тебе спасибо. Ну а я говорю спасибо вам. Всех люблю, всех обнял. Пока.